Всем привет, с вами Тед, и наше первое видео за зергов, первый шаг, а именно как сделать 200 лимита за зерга раньше, чем за 8 минут. Поехали! Собственно, вся сущность Старкрафта сводится к тому, чтобы вы строили рабочих, рабочих и рабочих. И раз уж вы до сюда досмотрели, то досмотрите обязательно ролик, до конца вас ждет классный сюрприз. Где-то между делом. Что за сюрприз, конечно, расскажу, и где его достать тоже. Вот. Смотрите. В чем суть? Суть в том, что первое, что вы должны научиться делать за зерга, это просто строить рабочих и строить базы и строить овера. Этим мы в этом видосе сейчас и занимаемся. Мы просто делаем даже относительно стандартный опенинг. Мы ставим хату, мы ставим газ, потом пул, именно в такой очередности. Но газ добывать не будем. А зачем нам? Нам нужно делать рабочих. Кстати, вы скажете, а так нас сейчас убьют. Специально. Это первое видео, это обучение для новичков. 10 шагов. То есть это шаг номер 1. И к шагу номер 10 мы будем играть супер правильно и как надо. Но вначале, пока вы тренируетесь, вам нужно тренировать основные ваши скиллы. Основной навык — это строить рабочих, строить оверов, не попадать в саплай-блок. По этой причине мы сосредотачиваемся именно на производстве рабочих. И опять же, за зерга есть еще навык кидать инъекции. На самом деле, очень важный навык, поэтому здесь мы газ не добываем, квины появляются. Привыкайте делать инъекцию и крип сразу, да, то есть тоже такой навык. Распространять крип, то есть у него кулдаун идет 11 секунд, через 11 секунд его можно кинуть. И... привыкайте вот так вот раз, ну он там еще появляется секунд 5-6, раз 20 секунд кидать крип, раз 30 секунд кидать крип вместе с инъекциями. Потому что у инъекции, в принципе, перезарядка примерно 25 секунд. 29, точнее, она накапливается. Вот, и все. То есть строим квин на свободные минералы, кидаем инъекции, когда можем. Строим дрончиков. Добавляем газы чуть позже. Продолжаем строить дрончиков. И ваша задача в этой, как бы, первой части — по чуть-чуть распространять крип, занять все базы и построить 66 рабов к пятой минуте. То есть у нас еще вот пятая минута не настала, у нас уже 66 рабочих. После того, как вы создали экономику, вы можете начинать тратить эти деньги. Вот, и отсюда вам должно хватить производства. С полной экономики 3 хэтчери мало, потому что производящее здание у зерга — это хэтчери. Я добавляю еще 2, добавляю пару квин, наверное, или мне тут хватает, наверное, хватает. Одной не хватает, я ее строю. Вот, и просто начинаем массово-массово строить юнитов. Вот так вот, собственно, это делается. Никаких хитростей. До пятой минуты построите 60 рабочих. Это не тяжело. Главное — следить внимательно, не пропускать ничего. Затем просто-напросто стройте уже юнитов. Не знаю, зерк настолько прост. Тут не надо ничего думать, выдумывать. Просто дроны и оверы, потом юниты и все. Быстрее всего замакситься на равагерах, но требует много газа. Поэтому, в принципе, это место занимает роуч. Откуда я это знаю? Все очень просто. Это классная табличка продакшена. Собственно, сюрприз, о котором я говорил. Клевая таблица в Excel. Если вы на комментах к этому видосу 100 раз напишите слово «гайд», разные люди, если напишут, да, то есть если мы соберем сотку разных комментов с надписью «гайд» под этим видосом, тогда я сделаю гайд по табличке, если вы ее не понимаете. Вот. Ну, там все достаточно просто. Там какой юнит сколько стоит, сколько раз его можно произвести, сколько для этого надо экономики. Поэтому, собственно, как-то так. Все очень просто. Скачать вы ее можете внизу в описании по ссылке «Секретная табличка». Там будет ссылочка. Собственно, можете скачать, она в Excel. Вот, и если вы все делаете правильно, то смотрите, 7-я минута, у нас 200 лимита, ну, 199, сейчас, наверное, да, вот, 200 лимита на 7-й минуте, которые уже идут и собираются крушить. Если вы будете делать вот так вот к 7-й минуте 200 лимита, я вам скажу честно, вы спокойно свои первые дивизионы пройдете,
А это достаточно не тяжело на самом деле делать. То есть у вас точно проблем никаких не будет. Будете вот так вот ходить, выбирать здание, нажимать на него кнопкой, и оно будет испаряться. Что мы сейчас, наверное, и увидим. Как 200 лимита ударяют по Нексусу. Раз, два, три. Нексус, гори. И посмотрим, как это может выглядеть в вашей игре. Сейчас вот здесь у меня геймплей. Это, собственно, геймплей по этой же технологии. На начинающей лиге серебро, золото. Как это работает, показываю, рассказываю. Вам за зерга, в принципе, вообще, в принципе, во всей сущности этой стратегии разведывать сильно не надо. Так как у зерга все-таки разведка овером есть, вы можете оставлять разведку вот этого первого овера в разведку отправлять, чтобы он просто видел, бегут в вашу сторону кто-то или нет. Самое главное, пока тренируетесь, если тренируетесь не против бота, не парьтесь. Просто не парьтесь, потому что вас придут, убьют, например. Просто старайтесь, стройте рабов. Лучше спуститесь чуть-чуть вниз, отточите. Делайте всегда на 4 минуте 4:30, 4:40, 60 рабов. И я вам честно скажу, скорее всего, раньше 5 минуты вас будут редко убивать вот в этих лигах. И, ну, убили и убили, ничего страшного. То есть вы их научитесь легко побеждать потом. Просто изначально нужно отточить навык руками, все это делать правильно. Вот, и, собственно, делаем хата, газ-пул. Потом строимся. Две квины, третья база. То есть все как по плану. Где-то здесь должна быть третья база, наверное. Плеер начал делать что-то. Третья на третьей минуте. То есть это все не важно, когда что. Главное, суть, что вы по итогу должны... Должны начать делать. И вот мы видим, что прибегает он ко мне на 4 минуте меня чем-то убивать, да? Видел я это или нет, смотрите. То есть я не вижу здесь, что происходит. Ставлю здание, делаю стеночку. То есть если бы я не сделал, да, наверное, я проиграл бы. Ну, то есть это ничего страшного. И вот он приходит ко мне. Начинает бить. Но так как я строил квин, в принципе, мне есть чем отбиться. Потому что у них есть энергия. Я построил каких-то тараканчиков немножко лишних вместо дронов. И дальше пытаюсь набрать как можно больше дронов. То есть все равно главная задача сначала выйти в 60 рабов, потом уже все остальное. Вот. И именно по такой схеме мы и играем. 60 рабов. Копимся. И идем в атаку. Так это может выглядеть, собственно, в игре. К 8 минуте вот получилось... После отбития ранних атак собрать 200 лимита. Ну и, собственно, здесь дальше легко побеждать. Вот так будут выглядеть ваши игры. Ну, собственно, с вами был Тед. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед.